Итак, наша схватка с председателем клуба самоубийц близилась к развязке. Военные действия переместились в Париж. Желающих сообщить что-либо о медальоне, рисунок которого прилагается, прошу писать Сен-Жермен-де-Пре, 4-й участок, до востребования Годолу. 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 Все правильно? Да. Вот рисунок медальона. Помещайте объявление каждый день в течение месяца. 100 франков. Сколько? 100 франков. Я этого не понимаю. Сколько в долларах? $2.12. О, здрасте. А у вас где жить можно? Ежедневно с 10 часов до 15 часов и с 16 часов до 21 часа, кроме субботы и воскресенья, ювелир высокого класса дает разнообразные советы и обучает новейшим приемам шлифовки и распилки драгоценных камней. Обращаться, улица Бессоно, дом 18. Все правильно? Да, давайте объявление каждый день в течение месяца. 140 франков. Так вы англичанка! Я по акценту сразу догадался! Мсье, вы будете платить? Вы простите, что я так. Я просто первый день в Париже очень по-собачьи себя чувствую. Французы эти, а тут вы и я. Я позову полицию. Мсье, купите цветы. Полицию? А полицию-то зачем? А там кто живет? Ювелир один. Богатый англичанин. Дочка у него миленькая. По приказу его высочества, жизнь в Париже носила походный характер. Садитесь, и вы, полковник. Ваше высочество, это нарушение этикета. Садитесь, садитесь. Мы в походных условиях. Ах, Париж, Париж. Опасный город. Здесь на многие вещи начинаешь смотреть чуточку легче. И вот этого чуточку вполне достаточно, чтобы наделать ошибку. Простите, ваше высочество, я не совсем расслышал, что вы сказали. Мы здесь по такому делу, в котором ошибиться нельзя. А что нового о Скримджере? Он в Париже, ваше высочество. Вчера был во Франсуа. И вы молчите? Я ждал времени доклада. Ах, полковник... Забудьте про дворцовый этикет. Все новости докладывать немедленно. Что, ваше высочество? Мы ведем войну. Слушаюсь, ваше высочество. Он был в редакции, передал текст объявления, но не заплатил, и оно не напечатано. Я переписал его, но платить, разумеется, не стал. Вчера появилось объявление. Ювелир обучает распилке камней
и дает советы. Фамилия ювелира не указана. Это странно. Я послал узнать. По этому адресу находится магазинчик, милая безделушка, хозяйка некая Жанет и никаких мужчин в доме. Я остерегся спрашивать. А скажите, полковник, в объявлении Скримджера был рисунок медальона? Да, мы сняли копию. Покажите. Самое главное вы мне не сказали. Рисунок на медальоне тот же, что на вензеле шкатулки председателя. N в степени N. Да, в самом деле. Ну ничего, будем считать, что Скримджер случайно не заплатил и в ближайшее время исправит свою ошибку. Полковник, попросите налить мне вина. С вашего позволения, я не стану пить, ваше высочество. Почему? Мне сейчас следует соблюдать диету. И не пить вин и коньяков. Пейте и ешьте, полковник. В поединке с председателем будете участвовать не вы. Вам везет. Вы меня опять случайно встретили, а? Да. Черт возьми, ну почему вы молчите? Я ведь обидеться могу, в конце концов. Это неприлично. Мы с вами не знакомы и не представлены. Папаша, я Фрэнк Скримджер из Америки. Вот та девушка, вам знакома? Ну, конечно. Она покупает у меня английских поэтов. Вальтер Скотта, Коллинза, Текер. Потом расскажешь. Давай догоним. Я бегу, бегу. Папаша, представь меня этой молодой леди. Мисс Николс, мистер Скримджер из Америки. Спасибо, молодец. Вечером зайду, куплю книжку потолще. Меня зовут Фрэнк. Нет, Джоан. К сожалению, молодой джентльмен из Техаса с завидной энергией начал действовать несколько в ином направлении, чем мы рассчитывали. Чем могу? Добрый день. Я по поводу объявления. Произношение выдает вас англичанина. Не лучше ли перейти на родной язык? Да. Как поживаете? Благодарю. Как вы поживаете? Все несколько странно. А при чем же здесь магазин? Предосторожности. В нашем деле мы часто встречаемся с людьми, интерес которых не подлежат огласке. Я высоко чту морали закона нашего общества. Но когда я встречаюсь с человеком, с его глубоко личной заботой, я забываю об обществе и отдаю этой отдельной человеческой судьбе всю свою помощь, на какую способен, и делайте со мной, что хотите. Да-да, это, по-видимому, очень верно. Хотя церковь, в принципе. Церковь? В моей практике был случай с епископом. Он просил совета в таком деле, что... Так что вас
привело ко мне, хотели постичь секреты нашего мастерства. Нет, дело не в этом. У меня есть фамильные драгоценности. Ну, не стесняйтесь, тайна будет сохранена. Безделушка при вас? Нет. Мне хорошо знакомы ваши сомнения. Сколько раз я наблюдал их? А вы не спешите. А? Наберитесь решимости, тогда придете. Да, я подумаю. Благодарю вас. Нет, я, так сказать... Не возьму на себя смелость оценить свою опытность. Пусть за меня говорят другие. Вот рекомендации людей, коим я имел счастье помочь советам или делу. Вот. Это Ротшильд. Вот это вот русская княгиня. А вот это. Это самая дорогая для меня рекомендация. От принца Флоризеля. Да, вот печать королевская. Да, мне нужен совет, но... Понимаете, в таком деле, что... Я не знаю, смогу ли я вам помочь, но гонорары мои вполне умеренные. Вы знаете что? Вы приходите сегодня вечером ко мне домой на чашку чая. Я знаю, каково одному в чужой стране. Да. Мы с дочерью редко принимаем гостей, но я думаю, что она будет рада поговорить с соотечественником. Вот, прошу. Благодарю вас, но я право не знаю. Не-не-не, приходите. Ну, что тут знать? Вот некоторые называют мою дочь Ламакой. Ну, я-то думаю, что это просто зависть к красоте. Ну, хорошо, приходите. Буду ждать. Парижской улице, острый взгляд его высочества мгновенно отметил знакомую фигуру. Роллс, проследи для дома. Проследите. Генри, проследи. А магазин? Через три дома. Значит, он идет оттуда. Браво. Разумеется, оттуда. Если бы он шел туда, мы двигались бы с ним в одном направлении. Странное место и странный адрес. Роллс побывал там, и с ним ничего не случилось. Может быть, зайти туда? Ваше высочество, ваше лицо так хорошо знают в Европе. Да, не стоит. Могу вспугнуть. Только неизвестно кого. Скримжер. Ну что ж, сегодня мы сделали большой шаг вперед. Мы нашли Роллза. Председатель охотится за Роллзом. Мы будем ловить председателя на Роллза. Скримжер... Или лучше сказать, на алмаз. Я говорю, что Скримжер... Скримжер не появлялся? Нет еще. Обеспечьте охрану Роллза. Ваше высочество, позвольте высказать одно сомнение. Оно меня мучает. Мучает, говорите. Ваше высочество, в ту поездку председатель заходил в этот магазин безделушек и купил там лорнет на черном шнурке. А следом за ним и юный мистер Джеральдин входил. Ту ночь все и случилось. Может, это совпадение? Нет. Я чувствую здесь зловещую связь. К Роллзу! Ваше высочество, обед? Ой, полковник. Как вы мне надоели с вашим дворцовым этикетом. Ваше высочество, мы не знаем адреса Роллза. Да? Слуга же еще не вернулся. Ну, хорошо. Я пообедаю. Но совершенно без аппетита.
Его высочество был человеком слова. Он съел только фаршированную куропатку, жульен и десяток устриц. Остальное он оставил нетронутым. Открой это вон. Это что еще за бычок трехлеток? Ну что ж, беря на себя миссию правосудия, где-нибудь да нарушишь закон. Откройте, Марк. Прочтите, полковник. Если я не вернусь, направьте полицию в дом этого господина. Да поможет мне Бог. Вот его адрес. Вот и все. Через полчаса мы увидим председателя. Чек. Благодарю. К сожалению, в последние годы характер моих занятий не позволял мне бывать в такой семейной, уютной обстановке. Я рад, что вам у нас хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, что сад такой запущенный. Цветы, как дикие, без клумб. У меня просто руки не доходят вызвать садовника. Не надо, садовник. Я вас понимаю. Мы, ювелиры, привыкли к симметрии, ну, к ровным граням. А иногда хочется чего-нибудь дикого, необычного. Я вас оставлю. Так, мне нужен ваш совет, мистер Николс. Дело необычное. Хотите продать? Я думаю, это невозможно продать. У меня есть знакомый посредник на Востоке. Туда может продать все. Вы думаете? Уверен. Неплохо было бы взглянуть на вашу вещь. Ну, скажем, завтра... Нет, она при мне. Это шутка. Нет, отчего же я всегда ношу ее с собой? Ага, тем лучше. Закончим ужин и займемся. Нас еще ждет добрый, старый, английский портвейн. И сигары. О, нет, я
не курю. А здесь нечисто играют. Неплохой букет, не правда ли? А, да. Приятное вино. Я хочу показать вам алмаз. А мисс Николс к нам не присоединится, я... Ну, я хотел, чтобы она тоже посмотрела. Нет. Я не посвящаю ее в свои дела. Она еще слишком молода и очень плохо знает жизнь. Ну что ж. Нет. Сперва закончим приятное дело, а потом займемся делами более сложными. А вы ведь не торопитесь? Нет, нет. Ну, хорошо. Теплый вечер. Да, хороший вечер. Знаете, я очень люблю вот так посидеть, да, покурить, поболтать с человеком, для которого я что-то сделал. Прошу всех оставаться на местах. Я принц Флоризель. Я пришел сюда, чтобы покарать преступника и предотвратить новое преступление. Сидеть. Вы вышли из игры. Ваше высочество, мне необходимо сказать вам два слова. Наедине. Неудачная шутка. Но у меня нет оружия. Ну, пусть меня обыщут. Всего два слова. Вон в той комнате. Два очень важных слова. Потом уж делайте со мной, что хотите. Посмотрите, одна дверь, на окнах ставни, бежать некуда. Так. Что ж, проиграть может каждый. Но надо быть принцем Флоризелем, чтобы уметь проигрывать с таким достоинством и хладнокровием. Алмаз с вами? Да. Решились принести его сюда. Это был шаг безумного. Ваше высочество, этот камень привел меня на край разума. Ваше высочество, я твердо решил владеть этим камнем тайно и бескорыстно, чтобы возвыситься над всеми. Я поместил его в банк, ваше высочество. Но скоро взял обратно, потому что я должен был гладить его, любоваться им, чувствовать его тяжесть. Но как было хранить его? Оставлять в доме нельзя.
Я носил его с собой. Но так не могло продолжаться долго, потому что меня съедало дьявольское сумасшедшее желание показать его кому-нибудь. Хозяйке квартиры, продавщице в лавке, соседу за столиком в бистро. Этот камень казался слишком велик для меня. Я суетен даже для священнослужителя, не то, что для Бога. Что меня ждет, Ваше Высочество? Полагаю, раскаяние. Вызовите полицию и объясните все, что можно объяснить. Я же говорил, нечисто играют. Ну, городок, что там Лоредо? Тут у вас нечестно играют. Я все видел. Ему подлили яд в вино. Тот с бакенбардами. Не может быть. Сам видел? Вы-то в порядке? Марк, представьте меня. Его высочество принц Бакарди Флоризель. Ну да. А это где? Позвольте узнать, кто вы. Я Фрэнк Скримджер из Техаса. В Париж вы приехали по моему приглашению. У меня к вам очень серьезный разговор. Мадемуазель, вы утверждаете, что вы являетесь дочерью мистера Николса? Да, я его дочь. Покажите медальон. Ну, Фрэнк, держись. Вам знаком этот вензель? Да, это вензель отца. Перед вами ваш брат. Ну, я же приемная дочь. Я приемная, не родная. Ну, такие повороты не для моей лошади. Послушайте, я могу вам доверить заботу о молодой леди? Я благодарю вас, что вы нашли время посетить Европу. А вы знаете, я распоряжусь, чтобы вам купили ранчо. Какой вы сами выберете? Джон, ранчо! Впрочем, коровы мне порядком поднадоели. Вот если заиметь где-нибудь табачную лавку где-нибудь в Сан-Франциско на тихой улочке. А, Джон? Неплохая мысль. Откройте принцу Флоризелю. Мадам. Мадемуазель. Мадемуазель, у меня мало времени. Я хочу вам сделать прямое и откровенное предложение. Прошу вас. Благодарю вас. От того, примете вы его или нет, зависит, стану ли я вас считать соучастницей убийства или не стану. О каком убийстве говорит его высочество? Убит Саймон Роллс. Отравлен. Клетчатым, Николсом. Или как вам угодно. Я теряюсь в догадках, о ком вы говорите. Суть моего предложения такова. Вы устраиваете мне встречу с этим господином. Или, скажем, называете время и место. Я выплачиваю вам 10 тысяч франков. И навсегда избавляю вас от знакомства с ним. Подумайте, мадемуазель.
Предложение действительно очень откровенное. И оно требует такого же прямого ответа. Я никогда не сделаю того, что вы мне предлагаете. Нет. Но он совершил страшные преступления. Я иногда помогала ему. Вы так безнравственны? Нравственность. Всего лишь одежонка, которую берут на прокат все, кому не лень. Только и пишут, что о нравственности, а сами крадут, лгут. Развратничают. Прошу вас, не надо продолжать, мадемуазель. Роль обличителя общественных язв вам не совсем подходит. Как вам угодно. Что может связывать вас с этим страшным человеком? Не может быть, чтобы вы его любили. О, нет. Нет, конечно. Однажды он спас мне жизнь. И ни разу меня не предал. Я его друг, вот и все. А вы предлагаете мне совершить низость. Сколько отваги на доброе бы дело. Вы отказываетесь помочь? Да. Я отказываюсь, ваше высочество. Я буду наказана. Марк, мадемуазель едет с нами в Лондон. Известно, мы, бакардийцы, любим мужественные атлетические игры, но эта игра с тех пор вызывает у меня отвращение. Полковник, сегодня такой жаркий день, а ваше лицо словно замерзло. Оно мерзнет от могильного холода, который исходит от вас. О чем вы? От меня холод? У меня такая теплая кожа. Не подходите. Утром вы сказали, что мое лицо вам кого-то напоминает. Да, и что? Я не могу вспомнить. Что-то мимолетное. Принц запретил мне разговаривать с вами о прошлом. О, как он великодушен! Но когда он отменит это запрещение, я задам вам один вопрос. И берегитесь. Невеликодушно, полковник. Я узница, а вы меня пугаете будущим. Государство, это я! Не преувеличивай, Ферри. Играйте, играйте, я вам не помешаю. Ваше высочество, позвольте воспользоваться счастливой случайностью нашей встречи и спросить вас. Спрашивайте, мадемуазель. Как долго продлится мое заточение, и могу ли я рассчитывать выйти отсюда еще в том возрасте, когда не все мои силы увянут? Быстро делаются только злые дела. А держать меня в заточении — это не зло? Это то минимальное зло, которое я могу себе позволить. Тем более, что оно не обременительно и приятно. О, наконец-то. А я полагал, что мадемуазель Жанет следует рассматривать в качестве военнопленной. Вздор! Я попросил бы Ферри. А он не так уж не прав, полковник. Мы не можем воевать с женщиной. И это одна из заповедей добродетели. Вас тяготит несвобода. Но и здесь никто не интересуется. Все только выполняют обязанности. А я женщина. Я не могу не нравиться. Меня это унижает.
как женщина, вы здесь нравитесь многим. И... Прелестно. Вот Фейри, например. А он повидал здесь много интересных женщин, смею вас уверить. Но прошлое бросает тень. Это непреодолимо? Да. Что касается сроков, то все зависит от вас. Мое предложение остается в силе. Газеты пишут, что генерал Венделер выехал во Францию. Да? Интересно, зачем? Полагают, с целью поисков алмаза. Что вы говорите? След которого оборвался в Париже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ваше высочество, мадемуазель Жанет просит вашей аудиенции. Пусть войдет. Не угодно ли будет вашему высочеству выслушать меня наедине? Угодно. Но, ваше высочество. Полковник. Ваше высочество. Прошу садиться. Благодарю вас. Ваше высочество, я... постараюсь устроить вашу встречу с Николсом. Хорошо. Встреча должна состояться в доме, где раньше был клуб самоубийц. Но председатель должен быть один. Ну, я нижайше прошу вас обещать, что и вы явитесь туда без эскорта. О, само собой разумеется, я приду один. Эта девица способна на любую акцию. Очень способна. Что? Виноват ваше происхождение. Отпустите ее. Понимаю, ваше высочество. Проследить пошлю двоих. Самых смышленых. Никакой слежки. Ни одного. Здравствуйте, ваше высочество. Добрый вечер, мадемуазель Жанет. Завтрашней ночью ровно в 2 часа. Благодарю вас. Вот ваши 10 000. Для вас это будет не просто прогулка. Я всю жизнь буду терзаться, если она для вас плохо закончится. Благодарю за теплые слова. Если бы вы могли порвать со своими старыми знакомыми... То что тогда? Тогда мы...
то тогда мы могли бы возобновить наше знакомство. Эти слова кружат мне голову, ваше высочество. Во всяком случае, не исчезайте насовсем. Должен сказать, что некоторые газеты позволили себе оскорбительные намеки. Я решительно заявляю, что намеки эти лишены каких-либо оснований. Отношения между его высочеством и мадемуазель Жанет всегда носили исключительно деловой характер. Я имею честь обращаться к принцу Флоризелю. Да, это мой титул. Что вам угодно? Мне поручено передать письмо вашему высочеству от господина директора Скотланд-Ярда. Я арестован. Ваше высочество, я уверен, что арест не входит в намерение господина директора. Пустая формальность, если угодно, некоторое одолжение, которое вы окажете властям. Не скрою от вашего высочества, что мне предоставлена значительная свобода действий. Ну, а вам хотя бы известны основания, которые позволяют Скотланд-Ярду совершить подобную акцию? Да, ваше высочество. Французские газеты много писали о вашем пребывании в Париже, и генерал Вендлер взял на себя неслыханную смелость обвинить вас в краже. Он заявил, что алмаз Ока Света находится в ваших руках. Ну что ж, я, пожалуй, нанесу визит вашему директору. Здесь ведь недалеко? Да, через мост налево. Пройдемся пешком. Вы не возражаете? Всецело повинуюсь. Оставьте нас. Знаете, дорогой мой, я мог бы рассказать вам историю алмаза Ока Света, но, боюсь, это отнимет у нас много времени. Единственное, что могу сказать вам, если вылить всю ту кровь, пролитую по вине этого камня вот в этот поток, то он достиг бы наших сапог. Боже мой, что вы говорите? А вы не видели алмаз? Каким образом, ваше высочество? Забавная вещица. Нравится? Красивый. Смотрел бы и смотрел. Но ведь кто-то должен остановить кровавый путь. И если не я, то кто? Боже мой, теперь отставка, тюрьма. Вы погубили меня. Многие богачи в этом мире позавидовали бы вашей участи. Ваше высочество, неужели вы подкупаете меня? Иначе нельзя. Принц все-таки.
У нас в Бакардии прятки – национальная игра. Бедняга Самуэль не знал, что его высочество в юности был, если не чемпионом, то одним из лучших игроков. Опять вы в моем кресле, ваше высочество. Что это вы с револьвером? Вы ведь не любите такой способ, а? Чистая смерть. Каких исключений не сделаешь для высокопоставленного клиента? Вы хотели меня видеть? Зачем же, позвольте спросить? Чтобы убить вас. Не торопитесь. Неудобно обрывать разговор, толком не начав его. А когда пальцы на спусковых крючках, невольно говоришь рубленными фразами. Я предлагаю частично разоружиться. А что значит частично? У вас ведь есть что-нибудь еще, а? Я предлагаю по счету три выбросить револьверы, ну, хотя бы вам туда. Согласны? Да. Раз. Два. Три. Узнаете? Вы их забыли в Париже. Да. Ну и что? Вы убили двух моих слуг. Брата шталмейстера, молодого священника, который еще не был потерян для общества. Вы совершили множество других преступлений, за которые заслуживаете гильотины. Вы недостойны жалости. Вы пришли сюда один. Вы отважный человек. Мне искренне жаль вас. Я пришел сюда один. Но значительно раньше вас. Попытка председателя свести переговоры к заурядной драке в
встретила серьезные возражения со стороны его высочества. Есть новости, ваше превосходительство. Ну, говорите. Вернулся Том. Так. Я отпускал его к больной тете. Ну? Так он видел, как его высочество садился в кэп на углу Пикадилли около 11 часов вечера. Господи. Что он задумал? Еще целых полторы минуты. Ну, как ему удалось выйти из дому, чтобы его никто не заметил? Ну, как? Его высочество мастер на такие дела. Сколько на твоих? 10 минут второго. Уже? Пожалуй, чуть меньше. Ну что? Чего? Это тот дом. Марк. Карету. И пистолеты. Давно все готово, ваше превосходительство. Рассвело. Откройте окна, Марк. Здесь слишком спертый воздух. Его высочество принц Бакарди Флоризель. Майор Урук, лейтенант Рич. Поверьте, господа, я был бы рад предложить вам более приятную программу на сегодняшнюю ночь, но обстоятельства вынуждают меня обратиться к вам за помощью в невеселом деле. Перед вами человек, которому вынесены смертные приговоры судами нескольких государств, в том числе и моим личным судом. Но я не хочу, чтобы дело закончилось казнью. Я соблюду закон чести, таким образом я веду речь о дуэли, в которой право выбора оружия я оставляю за собой. Пуля летит на крыльях случайности. Скверный стрелок может победить искусного противника. А это несправедливо. Выбирайте клинок. Мы будем драться на дуэли? Да. Я намерен оказать вам эту честь. Господа любезно согласились быть нашими секундантами. Вы странный человек, ваше высочество. Хотя каждый борется со скукой по-своему. Я выбираю вот этот. А вы предусмотрительны. Впрочем, место выбрано правильно. Они еще не начали. На всякий случай перекрой этот выход. От этого негодяя всего можно ожидать. Уже перекрыли.
Вот кровь человека, который убил вашего брата. Сильный человек. Я нанес укол в сердце. Но он не сразу умер. И произнес три слова. Не терплю крови. Джентльмены, благодарю вас. Перед дуэлью я был слишком многословен. Прошу извинить мне эту слабость. Моя карета к вашим услугам. Как хорошо, что мы решили прогуляться пешком. Пусть эти два блистательных английских офицера проедутся в коляске бакардийского принца. Им это будет приятно, не правда ли? Ах, как красиво! А вы знаете, полковник, я приготовил для вас сюрприз. Вот здесь. Закончил свой путь алмаз Ока Света. Боже мой, как вы его? Да, я освободил от него мир. Что ж, неплохой итог нашего долгого приключения. Да, красивый жест. Столь просто и изящно бросить на дно реки камень мог только принц Флоризель. И хватит, пожалуй. Пора заняться делами, а алмаз пусть покоится на дне вечно. Попробуем еще раз. Вот туда он бросил алмаз. Живей, мальчики, живей! Так блистательно завершилась эта история. И мы возвращались в нашу резиденцию с приятным чувством исполненного долга. Но не скрою, более всего меня согревала мысль о том, что принц Флоризель сможет, наконец, снова посвятить себя государственным делам. Ибо заботы о прогрессе и процветании нашей Бакардии всегда были для него единственным источником радости. Именно в этих заботах видел он смысл своей жизни. Ну, что там, что? Ну, ровным счетом ничего интересного, ваше высочество. Вот, о, лорд Уотербрук возвращается из Индии. Как настроение его высочества? Как? Скучает. Слушайте, полковник, а где наши усы, бакенбарды, брики? Что-то мы с вами давно их не клеили, а? Устал.